Ты уже дома? Как прошел день? Да, все отлично. Моя ты красавица, большое спасибо. Как продажи чайников? Я это все забираю. Серьезно? Пришел тип и забрал всю партию. Что за тип? Товар конфискован. Да сколько можно, когда ты уже нормальную себе работу найдешь? Хотите работать утром или вечером? Часиков с 12. Ваш отец расстроится, если вы не выберете подарок. Я хочу вот это. Нет, нет. Боюсь, это невозможно. Отец очень расстроится. Это пост охраны. Я сейчас к вам подойду. Кто этот мужчина? Это моя новая игрушка. Что значит игрушка? Буду звать тебя Гюнтер. Я никакой не Гюнтер! Предлагаю вам компенсацию за неудобства. Деньги меня не интересуют, ясно? 2000 евро в день. Я нашел офигенную работу. У меня машина и личный шофер. Анри, открой, пожалуйста, заднюю дверь. Он работает на меня. Сабри, открой, пожалуйста, заднюю дверь. А в глаз? А вот он на меня не работает. Это же вид с высоты птичьего полета. У меня вот в окне трусы сохнут. А ты, можно сказать, в музее живешь. Играй. Можешь пить без звуков? Трудно тебе будет в жизни. После смерти матери он ничего не хочет. Он останется на ночь. Это фраза из Чаки. Вверх. Блин, как так-то? На чем она держится? У меня раньше была двухъярусная, а у тебя там внизу ничего нет. Сдавайся, гаденыш! Если человек нравится, скажите ему об этом. Подходишь такой к нему? Ну, как сам, как семья, да, дедуль?